Ну все, ребят, через полторы минуты стрим у вас поднимется, я уже здесь. И вы это услышите, что я говорю. Будем надеяться, что как-то это лаги подфиксит. Может быть, это от меня какие-то даже проблемы были, не знаю. Но по идее, участие не лагало, поэтому навряд ли у меня. Но попытка не пытка. Ну все, ребята, поехали. Скиллос против Арктура у нас бьется. Погодите, а это нижняя часть сетка. На кибетике ставочки есть, кому интересно. Можете запиливать. На данный турнир спрашивали меня. Но на эту пару нету. Есть на столе Cool Friend, Strange Minato. Все, поехали. Это было 5. Ну, тут скиллос, наверное, фаворит. Оба игрока молодых. Из самых молодых у нас, но из самого молодого поколения. Ну вот, уже уровня не хватает проходить на Starline. Вот. Это замечательно. Ну и игра начинается. Погнали. Будет у нас еще две пары потом. Strange Minato и Коу против Френда. Отписывайте про лаги, сохранится ли тенденция или нет. Растоптал Блай все-таки. Планетарки, касса, унитазы. Вот у Артура тивачик на аватарке. Ну что же, в напряженнейшей просто борьбе, Блай победил. Вот. Победитель. Блай попадет на победителя матча Минато Стрэндж. Как-то верхняя часть сетки, мне кажется, чуть посильнее нижней у нас получилась. Ну что поделаешь, так произошло. Хорошо скиллос взлетел рипером, точнее адептами за рипером. Минуснул его, казалось, он уже ушел, но резко из барака вышел новенький третий адептик. В итоге 3 гейта плюс оракулы.
Возможно, Скиллос хочет зайти адептиками и подпушить оппонента. В чем прикол вот этого пуша адепта Оракула? Тираны частенько закопаны минки от Оракулов. А в итоге происходит следующее. Адепты залетают, и одновременно примерно Оракул и минка баржахает по адептам, Оракул на халяву выжигает. Пока нормально, но отлично. Ну, я не знаю, что это могло быть, короче. Постос. Стрэндж будет... так, я не знаю, какая... Я не знаю, как и, какая там очередность пар, но Стрэндж, ну, не сейчас. Стрэндж либо третий, либо четвертый парой, соответственно. Ну, Коу против Френда тоже очень интересная ПВЗ будет. Это молодых игроков пара. Но я бы не сказал, что Скиллос прям молодой, такой неопытный. Он уже очень жестко разваливает. Например, он револьверчика недавно 3-1 закатал на шоу-матче или 3-0. Я не помню, 3-1, по-моему, было. Да, 3-1. Вот. Ну, Арктур тоже очень неплохо. Смотрите, прилетает Беншой, заставляет кататься Протоса. У Протоса нету... Так, Revelation был кинут. У Протоса нету роба, и поэтому Банши можно обнаружить, только кидая Revelation Оракулом. А я напомню, что он стоит 50 энергии. То есть все, вот он кинул раз, у него было там 60. И у него больше не осталось просто энергии на Revelation у Оракула второго. В итоге у Протоса уже меньше рабочих, чем у Тирана. Правда, у Протоса Дриниксу, то есть он... Это говорит о чем? Он восстанавливает достаточно быстро будет пробки. Но уже погибло с 10-13, рабочий погибло, и еще погибнет порядочно. Потому что пока у Оракула накопится 50, это жесть, сколько времени пройдет. Плюс, так, а что, Банша улетел? Не, Банша на мейн залетает. На халяву мейн начинает разваливать. Оп, больно Банша делает Феникс, пока она в рейнже в фотоночке была. И узбивают с еще одного залпа, вот эта фотонка обнаружила. Но погибло суммарно 16 рабочих, это очень много. Так, пустос, задержка 1,5 минуты, помните, в райта не надо, ну, меня отвлекать сильно. Так, Стрэндж будет сегодня играть точно. Я порядок пар подзабыл уже, но... То есть не могу сказать, сразу же после этой пары или четвертой будут они биться. Так, залетают Фениксы, здесь минка бомбанула не слабо по одному из них. Туретчика добивает, но неаккуратно действует здесь, неаккуратно действует Скиллос. Актура замечательная ситуация, лимита больше, все больше рабочих, больше для Протоса, учитывая мулов наличие катастрофа. Но если мулы будут кидаться вот так вот и просто стоять, то это будет печаль, переводит мулы в итоге Арктур. Мул. Кочевник, короче говоря. Новый вид мулов у Тирана. Так, supply блок. Ну, все, достроил пилон. Supply блока нет. Барабан ровно более-менее. Скиллосу еще можно здесь... ГР8 фраг 4 активировал премиум на ваш спасибо, канал. Спасибо, ГРФРАД, за премиум. Помните про премиум и про поддержку, естественно. Это очень важно. Так, ну что, 18 адептов у Скиллоса. Ну, 18 адептов просто так Протоса не строят, потому что в лейте все равно их нужно уже не то, что заменять на каких-то юнитов, они тоже достаточно эффективны, но, учитывая, что это практически исключительно армия из адептов, нужно пушить Протосу. Он и будет это делать в ближайшее время. Не знаю, призму он ждет или что он ждет, кстати. А роба вообще есть? А роба вообще нет, у Скиллос играет без роба стиль. Вот это да. Но все равно, если даже ты пушишь адептами, хотя бы пилон без гейта, медленный пилон нужно ставить для варпа, потому что это все равно эффективнее будет, чем домой варпит. А медленный пилон для тех, кто до сих пор не знает, что это такое, это пилон, например, ну я не знаю какой, например, вот этот, потому что он далеко от Нексуса и гейтов на нем нету. То есть, если на пилоне нет гейта, и от Нексуса он больше определенного количества там
ну как получается, больше 4 ренжа, ну, то тогда на него вард медленно идет. Так, адепты заходят, телепортируется скиллос, что он делает? Ворвись в танки сюда, убей их просто и уже ГГ. Он куда-то не понятно врывается. В это время Арктур контрдроп делает. На пилоне разваливаются марики под оверчажем. Что ты делаешь ты? Тяжелый случай, короче, улетел с мейна, хотя можно просто было убивать. Но тут на третьей базе проблемы создает. Но марики тут жестко наваливают. 1-1 грейды, успел только плюс один. Короче, скиллос пришел, криво адептами мимо танков, сейчас зашел сюда, одна отдавался, в итоге Арктур ему просто разваливает третий, ну, третий нефтус получается. Арктур-то молодец, там ребят, честно, ну такой, смотрю, уровень уже стабильный, ГМЛ точно, как бы, даже немного ГМЛ, такой хороший уровень. Четвертый нефтус сейчас выбит, адепты все еще шатают третью базу, вторую, точнее, базу тиранов. Но в очередной раз выходит отсюда скиллос. Здесь надо нексус добить обязательно. Мариков нужно простимпачить. Что-то не стимпачит тирана. Стимпак-то уже не действует. Но даже без стима он выбил. Его марики за здоровый образ жизни, в общем-то, наркоты не хотят. Так, опять очередной врыв. Адепты хоть по марикам и имеют бонус, то есть это прямая контра получается к ним, но когда мариков намного больше, то есть крит-масса есть их, то тогда, конечно же, они очень быстро аннигилируют адептов своим очень гигантским ДПСом, то есть своей скоростью атаки гигантской под стимом. И, естественно, ДПС адептов сразу же начинает снижаться, они их практически там без потери в итоге выбили. Так, здесь масса либератора, видим. Все равно скиллос умудряется находить уязвимые места, где тут не контролят тиран. 52-34. Воробов-то зашатал, конечно, скиллос, но у него нет третьего некса, у него ни хрена нету. То есть здесь надо разгрузить просто медивак, разгрузить мариков, взять прирост, точку сбора в атаку поставить и идти добивать. Либераторов сколько? 9, нифига себе. Он не видел танки, один он точно видел танк. Потому что здесь пачка адептов ходила, она примерно вот такой ширины была. До сюда они точно видели, как бы, стопудово. Плюс он мог видеть еще до адептов эти танки. Почему он должен именно в замесе их увидеть? Так, здесь что-то либератор прям миллиард раскладывается. Там достаточно успешно скиллос пофокусил парочку из них, но в итоге все-таки дофига здесь Арктура. Либератор раскладывается в очередной раз. Кстати, пользуется он именно биндом, как быстрый вар получается, то есть... Это не макрос, но вы знаете, как забиндить на кнопочку быстрый варп, чтобы, зажимая Shift-Z, просто проводить, и зелки бы варпились просто там, или другие юниты, любые, как у меня сделано сейчас. Также можно раскладочку либератором сделать, там и многие-многие касты всякие. Так, здесь какая-то манер цеха пошла. Бордеет, да, кто-то бордеет. Решил дезморалить немножечко оппонента своего. Так, здесь адепты не заходят. Либераторы куда-то надо вперед их завести, а то у них тыл смотрит куда-то непонятно куда. Фаржу выбивает, да блин. Тут минус биндов таких медиваков. Кстати, давайте бинды посмотрим, у кого какие. Не, медиваки отдельно забинжены. И вместе с армией отдельно, но... Либо одно, либо другое. То есть, ты бинтишь вместе с армией, не биньте их отдельно. Либо наоборот. Ну что же, Арктур 1-0 против скиллоса. Я даже немножечко, признаться, удивлен, что так Арктур разваливает. Что-то кто-то кажется. А, не, все зашло нормально, все. Казалось мне, что что-то лагануло, не заходит.
Скиллос что-то выбросил. Shift не надо сжимать, Shift надо зажимать. Тогда там удобнее варпиться. Как там есть разница с зажимом и без, я уже не буду врать какая. Вот. Арктур скорее фаворит. Ну посмотрим, насколько тут Арктур фаворит. Скиллос тоже вроде не пальцем деланный, как говорится. Так, что-то однобазовое здесь элегантное, по-моему, идет от Скиллоса. Вот пилончик сныкан с краю, ну потому что два газа просто не делают такие ранние обычно, если хотят выйти в Нексус. Так, здесь может депошечку было закрыть перед носом. Но все равно успела пробка объехать бодовой кадамарика, но иногда так делают. Сюда едет пробка, депошку закрываешь, она вынуждена будет сразу объезжать. А ты еще пристройку здесь и дальше еще ехать. Вот это скилл. Но Марик-то отменить придется. Ну что ж, торгеть на мейне пошел. Арктур увидел два газа и дальше не, даже не стал больше ничего смотреть здесь. Но надо какого-то юнита на рампу-то поставить. Семь секунд до выхода сталкера, заходит КСМ-ка, Нексуса нету. Я в блокноте добавлял не 8 юнитов, а все, что в бите есть, я как бы добавил. Вот. Но насколько это, ну, то есть не насколько, а разница в блокноте или биндить так, я хз как бы какая. Так, ставят пилончик, верчаж будет Нексу, этот мазерфорд сюда вешать. Хотел вешать верчаж сюда. Скиллос. Но таким билдом надо успевать пилоны под депохи сверху ставить на самом деле. Секунд задержка. Так, здесь лаба у Арктура. Чё-то Скиллос уже все отменил. И туретка у Арктура есть, самое главное. То есть он прочитал. Вот Арктур правильный тиран. Мне что нравится, как бы. Увидел ты, что там два газа на мэне. Запили туретку, не жалей, как бы. Может, конечно, это однобазовый блинк будет, но однобазовым блинком здесь только со второй заходить можно, поэтому толку. Так, ну Оракул тут, кстати, нормально набомбил мариков. Ну, марики мариками, а экономика-то не пострадала. Пошел жесткий. Твой лайтосик здесь пошел. У Оракула выход блинк стандартный, да, как бы расклад. КСМ-ку приезжайте, спалил, кстати, Нексус третий. Нет, не спалил третий Нексус, не повезло Арктуру немножечко. Но очевидно, что Процу как-то нужно экономикой нагонять тирана. Хотя
уже рабочих-то больше. Сейчас еще оракулы нас ждут еще. И мариков всего 6. 6 мариков-то маловато, чтобы у меня оракулами драться, нужно хотя бы 8. И то 8 они развалят, как бы. Правда, один 100% погибнет. Но если покайтить немножечко, с отступлением стрелять по оракулам 8 мариками, тогда можно и победить даже. Так, на одном бараке лаба, на втором пока непонятно. Под факту старпорт и реактор. Здесь пилим и все. Медиваки будут производиться. Так, здесь никаких пристроек вообще не делает. Арктруз втыкал с ДПшечками, вынужден кинуть экстра сапплай. Так, копается минка. Успела закопаться, вот это да. Повезло. Минус оракул. Странно, что не успел ее убить. Ну, не сразу среагировал. А, название, да, точно. Спасибо, Минатыч. Арктур же уже. Я забыл совсем, что я пилил с игроками название, короче. Наши КСМ атакованы. Так, что везде, короче, везде просто скилла с Арктуру ножок. Завершим. Так, тут у нас медиваки маленькие, все строятся. Да, дождь идет. Так, ну полетел интересный дропчик. Спалит ли оракул этот дропчик? Так, один медивак заметил скиллос, но буквально на секунду он его заметил. И, возможно, даже внимания не обратил. Почему? Потому что, смотрите, вместо того, чтобы принимать дроп, сталкеры просто уходят сейчас. Нужно врываться прямо на мейн. Ну, куда ты делаешь-то, Артур? Что ты делаешь? Так, пошел дроп к пилону. Можно твайлайт подрезать, все, не будет глеб никаких ух. Тогда у Скиллоса. Так, приходят сталкера. И что за смысл улетать? Минус один медивак по-любому. Из Сочи, а что тут? Только в Сочи дождь улететь может. Третий. Нексус уже есть. Не, ну тут просто, я скажу вам, уже в плюсе, в серьезном. То есть слишком оракулы нахарасили много. Меняются там. Бункера продаются за 75-ку. Тираном 86. Сапплай блок словил сейчас какой-то неприятный. ДПшки даже не строятся. Ну, экстра-сапплай надо кидать. Пришлось экстра-сапплай кидать. Заказывают две новых депухи. Здесь выход какой-то надо делать процу. Ой, тирану было бы. Но он не делает выхода. Кстати, вот сейчас хороший тайминг. Пока лимит равный боевой. Есть танчики либераторы, 1-1 грейды, то есть грейды хорошие по сравнению с процессовскими. Ну, Артур об этом не знает, но в принципе юнит прокликать можно, грейды посмотреть, но он не знает, какая там ситуация по лимиту. Вот. Пятую-то, ой, в третью-то уж тяжеловато базу, конечно, не будет выходить. Какие-то сверхагрессивные прям блинки, наглеет что-то скиллос. Одного сталкера накрыл за это Артур, даже двух накрыл. Чуть либератора не забрал, но ушел. Чуть не считается. Здесь призма оракул будет, контрвар какой-то в тыл, видимо, делаться, я не знаю. Тирану, посмотрите, сколько боевого лимита дома. Минки не взял. А почему минки-то не взял? Без минок вообще Тивай на аватарке у него, а минки не берет. А Тивай что говорил, когда его спросили на то ли КСПА капе, то ли на каком-то турнире? Что тиранам подскажешь? Делайте минок больше, он сказал. Почему? Потому что эти ребята раскладываются, под них минки копаешь, просто агрессивный блинк туда делает и получает от минок просто боль.
Так, здесь минус адеп был. Ну, Арктур не отступается от идеи давить дальше. Ну и, кстати, лимит-то неплохой у него. Боевой-то все еще больше. И грейды-то пока еще лучше все. И два либератора есть. России везде настолько профана, что дождь вряд ли возможен, только на югах. Ну, знание климата России и ситуации на данный момент по температурам у тебя, видимо, на основании происходит выглядывание из своего окна, как бы, потому что, ну, Россия это большая, я тебе так скажу. Вот. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, в какую заместку попадает бедняга-тиран. Ну ничего не слил, только ну вот эти либераторы практически бесполезны сейчас будут. 122, 135, цеха с мейна на золото перелетает. Не нужно кушать сейчас вот с этими либераторами, нужно их вычинить обязательно сейчас. Танки в сич, либераторы в раскладочку, приходит скиллос. Ну видит, что Арктур здесь разложился же. Цеху, ё-моё, мисклик с цехами вместо того, чтобы посадить сюда, привел Арктур, такое бывает. Меня постоянно такой был с тиранов по рандому катал, что цеху случайно куда-нибудь уложил. А, ну вот, ну он просто... Да он увел-то ее, что за бред вообще? Ну в это время удачно пушат, боевого лимита больше. Танчиков все еще три штуки. Они все еще идут вперед, стимпак очередной от Арктура идет. Либераторов не зафокусить так просто. Пытается скилла сфокусить, одного сфокусила, второй-то живой, 101 на 97. Фига себе, короче, Арктур еще и эту игру завозит, по ходу дела. Молодец, Арктур. Ну, конец вспомнил про ЦЦ-шку, сейчас добыча начнется. Но она опять куда-то мимо кассы. Да посади ты ее сразу, что ты ей летаешь-то? И все. Прилетел еще один либератор, блочить рампу, и все, тут не выйти будет просто. Просто. Так, танчики складываются. 5 уже штук, и как больно это. 5 танков, это боль. Это просто боль. Короче, либератора еще два прилетают. Пытается, конечно, скиллос как-то танков на танков Immortal завести. Но это не просто танки огрызаются. Во-первых, у которых есть несколько мариков, которые прикрывают. Ну где марики-то все? Че 3 штуки-то и все? Призма падает. Агрессивный блинт миш. 62 пробки. Экономика у просто все еще замечательно, но он не может просто нормально подраться. Так, мазеркор падает, это 2-0. 4-65 по лимиту. Еще раз чемпач. Так, Артур, ну не надо такими маленькими в пробки врываться. Перенаркоманились, пацаны. ГГВП. Ну что ж, хорош, хорош. Поехали третью. Так, ну что, местами надо поменять меня с Артуром.
что, ребята, Арктур 2.0, третья игра. Чаще у нас карты все приятненькие, старые, еще вуловские и хоцовские в этом сезоне. Очень все светленькие, приятно смотреть прямо. Надеюсь, что в следующем сезоне не заменят на какой-нибудь новомодный шлак, опять же. Вот. Разведка играет Арктур, поехал вперед. Здесь стандартный гейтгаз Нексус, кибернеточка. Что с кибернеточкой? Вот кибернеточка пошла. Так, ну здесь второй барак, это значит, что будет Steam. Вот, ранние, в общем-то, шатания со Steam-паком, может быть, выход первый даже в лоб, может, дропчик сразу а-ля с зергом билд этот Steam, передроп 16 мариков, но не совсем он как с зергом делается этот билд, но чем-то похоже. Да, факта пошел, значит, это именно этот билд. Но мог бы быть, в принципе, билд с тремя бараками. То есть, есть билд три барака, выход со стимпаком до медивака в готовности. Вот, но здесь другой немножко билд. Так, интересный пилончик у нас тут у Скиллоса. Но тут любознательный Марик ходит, который обнаруживает случайно пробку эту. И Скиллос уводит прямо через Марик. Почему так вот-то не обойти было, ушла бы. Еще и пробку застрелил. Так, хорошая разведка. Ксилнагу контролит и здесь разведают все. Арктур молодец. На мейн пошел. Видит прекрасно билд Протса. Видит три гейтароба и Твайлайт. Все, что нужно видеть, он увидел вообще другого. И быть на такой стадии это ничего не может. Очевидно, да, что это стандартный блинк роба. Ну и сейчас медиваки уже будут заказаны через некоторое время. Надо бы быстрее перелетать бы. Перелетает Арктур. Хорошо, поэтому... А, инженерка есть. Ну как-то пораньше бы по вот этому билду инженерочку делать. Вот если бы еще бы... успевать к дропщику, а плюс один делать вот к этому стиму, да, то есть к вылету. Блин, и supply block опять. Где депохи-то? Строится, достраивается депохи. Если медиваки заказались, то тогда вообще бы этим дропом можно жестко было прозваливать. Но в каком направлении еще вопрос будет двигаться Арктур? На мейн полетели, может, на Нексус, на Ксилнаги обе контролят, вообще тиран. И протосовскую тоже. Ну, кстати... Здесь-то опасно, это минус Марик сразу же. Сталкеры тут бегают. Ну, кстати, нет, не минус Марик. Еще увидел, сколько сталкеров примерно. Еще, если быть внимательным, можно увидеть летящего обсервера и попытаться его сбить, как бы. Но это надо быть сверхвнимательным, как Бьян. Да, к третьему Нексу полетел дроп.
Ну что, маленькие без щитов, их 15 штук здесь. Один куда-то пропал, непонятно. Не полетел. Струхнул. Много сталкеров, нужно аккуратнее быть, Арктур не стал драться. Ну правильно сделал, с блинком такое количество сталкеров, Мариков бы в хлам бы расковыряло бы на самом деле. Марики умудрились уйти. Ну медиваки что-то Арктур забыл, ну что происходит-то? Ну и что это за отступление такое, минус Марики в итоге. Нахвалили мы Арктура, ё-моё, он просто на мую все сливает. Ну зачем это делать, просто взял, все слил. И медиваки висят. Отступаешь, ступай дальше до конца. Минус танк, похоже на 1-1 это, ребят. Да здесь уже и не отбиться, да. Чем отбиваться-то тирану? У него ничего нету. Танк сиджится. Минус танк, даже выстрелить не успел. Ну вот, это называется, как одна ошибка серьезная приводит к поражению сразу в Старкрафте. Да даже в самом высшем уровне Старкрафте даже не такая серьезная может к поражению привести. То есть здесь это преимущество было сразу и реализовано при этом все. Пошел инвайт. Скоро будет Коу против Френда биться и Стрэндж против Минат тоже будет в ближайшее время биться. Ну, а вы, ребят, помните про то, что поддерживать нужно меня и мой канал, естественно. Подписывайтесь на время, мы отключайте отблоки. И поддержите по реквизитам описания или через плеер. Ну что, погнали далее, ребят. Арктур против Скиллоса. 1-2. Ой, 2-1, точнее, простите, не Арктур ведет. Наоборот, счет. Ну, в этот раз газ первый барак. То есть это газ барак ЦЦшечка, видимо, будет. Хотя нет, газ такой ранний, что он может быть даже... Хотя нет, ЦЦха сейчас не должна строиться. Я что-то гоню сегодня. Вот. Конечно же... Конечно же, будет Рипер заказан, ЦЦХ и потом факта ранняя. Ну что же, реперочек вперед потянула. Анийская исследовательская станция. Интересная карта. О, это прокси-фактор. Но это передроп минок будет. Чем она интересна? Раньше против тиранов проксы здесь играли исключительно феникса колоссов. Вот, и потом уже переход во что-то был. Вот, другое. Почему? Потому что вот этот остров, как бы, ты ставишь из третью здесь и остров. Раньше вход суверчаш на Нексус вешался, то есть он был один фактически. И тираны просто расшатывали процесса, то есть они идут сюда куда-нибудь, показывают, делают вид, где-нибудь здесь загрузился.
И просто резкий дроп сюда, там, 4 медиваками сделал. Нексус, ну, никак не спасет с оверчажем. Сейчас же можно напилить стационарки обороны, плюс оверчажи вешаются на пилоны, и можно 4 их повесить суммарно. Ни хрен ты что с этим утром сделаешь. Так, кстати, Ко у нас в чатике сидит, сегодня будет играть. Я уже говорил, что сегодня никогда, точнее, еще пока в новом патче, я даже не видел, как выглядит Blink Darkov, как выглядит Great Production, как он выглядит, ну, визуально блинкается, они. Вот. Может быть, Ко сегодня что-то такое покажет, он же любит экстравагантные стратегии. Всякие разные. Посмотрим, как со снегом у нас. У нас было дофига снега, уже на лыжах люди катались просто по стадионам, там везде. Прошло с этого момента 2 недели, или даже меньше. Неделя, наверное. И дожди идут, плюс 5 температура. Такие вот дела, ребята. Light 3-2 выиграл касса. 6 гейтов это адаптация. То есть это будет 6 гейт адепта. Врыв. Куда ты пробок-то повел? Сказка о потерянных пробках. Ничего более странного и придумать было нельзя, как пробок свести в кучу подминку специально. Что за бред вообще Скиллос сделал? Зачем он это сделал? Я просто не понимаю, ребят. Это была катастрофа просто, и теперь... Так, здесь Минка еще раз жахнуть успеет, я уверен. Минус адеп, пробка Минку допилила. Здесь тоже Минка жахнула. По одной пробке в этот раз убили. Но какой уже адепт пуш, ребята? О каком адепт пуше может идти речь? Какая экономика просто нет. Еще прилетел Либератор, и как парень просто тут 4 пробки, нет, 3 застрелил. Плюс здесь есть позиция, вот здесь, вот с этой стороны можно разложиться так, что сталкером не выбить будет Либератор просто. Что иди... Не, ну здесь выбить изи его можно вот отсюда, как бы. Ну это минус Скиллос, ребят, это Арктур 3-1, судя по всему, потому что я уже не вижу здесь, как ему выиграть вообще. Здесь туретки есть, здесь марики ставят, они... Опа, правда, Steam сверхпоздний, но Steam сверхпоздний, это ладно. Адепт это с плюс один, это такой жесткий пуш на самом деле. Призма плюс один, Глеф и плюс один. То есть, если бы здесь появилось на мэне штук 8 адептов, они мариков этих расковыряли бы просто в секунду бы на самом деле. Ну и мне откуда появиться. Еще 2 пробки минус, еще-то адепты разгружаются, выгружаются. Зачем делает Арктур дроп мариков под адептов, я вообще без понятия. Кстати, может я рано скилла сохранил-то, здесь лимит-то рано еще до сих пор. Сейчас пойдет передроп на ХГ, пытается призму выбить, я так понимаю, здесь. Да вот нервничает Арктур, вместо того, чтобы пытаться выбить призму, так нелепо, короче. Лучше бы стоял спокойно бы и не дергался. Еще, да, опа, бил все-таки призму, все-таки подловил. Блин, вот если бы сейчас прошел варп адептов, я честно вам скажу, вот их всех, вот этих плюс тех сюда подвести, возможно, бы они успели пробить депошечку, и, возможно, бы тогда бы получилось бы что-то сделать. Ну, продолжаем наблюдать за попытками адептами убить тирана, у которого уже Либератора там все блочит, и не только Либератора. Так, Мариков подвое, через 6 секунд Steam будет, зачем подвое-то? Передроп на мейн, пытается скиллы сделать, здесь везде туретки, а здесь марики адептов отгоняют. Теперь уже Steam есть.
В это время Либератор все еще блочит мейн. Шел еще до аварп один. Здесь Либератор просто медленно, но верно призму собьет. Третье ЦЦХ уже, минки строятся массовых количеств. Не, ну здесь, здесь все понятно, здесь давно уже все понятно, но Скиллос молодец, не сдается. До конца гейминг. А почему Либератор-то призму не выбит, я не понимаю. Одного сталкера сейчас варпит у нас. Скиллос, понимая, что Либератора кем-то надо отогнать. Так, еще один Либератор на вторую прилетел. Что-то странно разложился. А пилон до сюда достанет, а он еще и не все блочит. ГГВП пишет, понимая, что уже не вытащить. Ждем третью пару, Минато, Стрэндж или Ко это будет, я пока не знаю. Сейчас я на секунду отвлекусь и вернусь к вам. Так, Коу против Френда у нас оказалась следующая игра, ребят. БУ-5, это ПВЗ. Это Daybreak карта. Раньше ее переводили как рассвет, теперь истоки дня это. Передумали, короче. Ну, значит, Стрэндж с Минато на последней паре будет. Ну, интересная очень игра будет, на самом деле. Стрэндж Минато.
Я извиняюсь, что там врубилась какая-то дичь. Вот, ну, Фрэнд играет три хаты. Третья до готовности пула заказана, то есть это небольшая задержка со второй королевой будет. Вот, ну, не очень большая будет задержка со второй королевой. Нужно сначала королеву заказать, видимо, потом мув. Нет, предпочитает Фрэнд сначала мув все-таки заказать. Ну, а у кого тут стеночка, блок хороший. Филоны, два гейта. Но, как я уже не раз объяснял, как гейты так стоят, адепт криво очень блочить будет, и любой юнит. То есть нужно делать еще один пилон. Вот так вот желательно делать параллельно. Или вот так вот параллельно гейту, чтобы здесь был проход такой. Не успевает Ку пилончик пилить. Смотрите. Забегают два линга, сейчас два адепта плюс выйдут еще. Ну, у Френда тут явные проблемы с рабочими наблюдаться будут сейчас. Ну, нужно контролить адептов только Коу. Коу их не контролит вообще ни разу. Просто сами линги по лингам там стреляют сами по себе. Адептик пытается уйти, никуда уже не денется этот адептик. Еще 6 лингов заказывает Фрэнк, куда им столько много-то? 7, ну хотя 7 плюс так, ну 13 будет, ну нормально более-менее. Адепты на мэне у кого стоят, и никто не блочит просто, никто не блочит, блин, проход. Здесь есть прокс-пилон, зачем, непонятно. Так, Twilight Куку ставится Прокси Гейт. Говорит это о чем? Зачем роба? Фейковая, что ли? Говорит это о том, что может быть пуш сейчас на адептах. На самом деле. Овермув доделся, он улетает. Может случайно сейчас проверить все на самом деле. Фрэнд, но не проверяет ничего он. Пропустил Коу сейчас лингов просто к себе зачем-то, но кривейшим образом они грызутся. Вообще две подъемы. Как так могло произойти, что вот в такой странной ситуации линги почти ничего не сгрызли? Ну вот так вот произошло. Делается призма. Нахрена строй... Вот если ты делаешь роба и призму, зачем тебе прокси гейт с прокси даршейн? Ну понятно, прокси даршейн это хорошо, потому что зерк его не видит. Ну а прокси гейт-то зачем тогда делать здесь? Так, 10-11 секунд до Даркшайна. Еще гейт у Коу пошел. Спорок нету, ни хрена нету. Лейера нету. Если три Дарка сейчас придут просто к Процу по разным направлениям... Ой, к Зергу, простите. Это будет... Опа! Блинк Дарков. Поступ тени, ёма! Поступ тени! Коу нам показывает, как же выглядит этот грейд. Это не блинк Даркам, это поступ... Черт побери, птени. Здесь порки ставятся, но поздно Коу как-то заходит в итоге, и у Френда будет чем отбить дарков. Ничего, посмотрим за то, как поступ тени работает. Мы. А че, почему бы и нет? 120 секунд. Здесь дроп бейнов на мейн и дроп бейнов на второй. Коу видит на второй, а на мейне не видит. В итоге больно везде становится, но, возможно, пусть тени спасет Коу в этой игре. Но я что-то уже начинаю сомневаться, признаться честно. Ну а что дарками контролить проще будет? Начинаешь резать лингов, кого-то дэмэджит, чик назад блинканулся, как сталкерами в том же ключе. Понятно, сталкер оранжевый юнит. Надо было архоном блинк сделать. Так, забегают здесь зелки. Ну что же, три архупа. А как же поступ
сцене. Мы не увидим, как блинкаются дарки, черт бы их побрал. Один из бэйнов делается. 66-102 по лимиту. Ну, я боюсь, что не пробить даже с архонами будет сейчас кол оппонент своего. Нужно развести адептов, а они в куче идут куда-то. И архонов сплить все, как никогда не сплитил. Кол вообще ни хрена не сплитит. Адепты все в куче. А архон тоже здесь все в куче, короче говоря. Это похоже на 1-0 в пользу френда. Минус архон, да. Чуть призму не потерял. Ну что, поступ тени, покажи нам, Коу, что такое поступ тени. Так, куда... Да, будет куда-нибудь врыв-то там, нет? Здесь зелки еще с архончиком, зелки без чаржа. Так, ну что, заходят дарки, показывать поступ тени, я надеюсь. Вот он, поступ тени, под блин, под спорку, спорка падает моментально, штук уже там оверсиры везде летают. Зато можно привести призму и забрать дарков. Изи просто. С мейна сейчас пытается королева спасти, но не спасти никак. Блин, кдешится по чуть-чуть. Не, ну Коу молодец, не сдается, разводить пытается. Сейчас лейер отменит. Зелков наваркал. А что с них толку-то, они без чаржа? Да, у сталкера жалкие блинка ударка поступ тени, да, именно так и есть. Да можно отблинкиваться и просто сажать в призму. В руках какого-нибудь жесткого корейца это просто будут зератулы просто жесткие, а не дарки. Они и так-то с призмой снова чудеса творят иногда, а с этим блинком вообще прикольно может быть. Так, вспомнил Коу, брат, уж чарж есть такое слово. Был бы чарш уже, может быть, и продавил бы, кстати говоря. Так. Спасибо, Постос. Марафон превратился в клоунаду, но ты старался. Ну, старался, да. И до сих пор стараюсь, поэтому поддерживайте меня и мой канал, ребят, до конца гейминг. Спасибо всем за поддержку. Почему звука-то нет до сих пор, а? Выработали месторождение минералов. Месторождение минералов опустело. Спасибо, короче, ребят. Коу пытается выйти вперед, но здесь слишком много его оппонента. И еще и чаш не доделся, но дарки в тылу там нарезают. Смотрите, как Реводжера хорошо. Можно еще поступ тени сделать вперед. Поступ тени вперед. Это больше не блинк вперед, это поступ тени вперед. Дает только ну 170 на 50, ребят, здесь все ясно на самом деле. И очевидно, что не выиграть уже. Пробивает лоб уже здесь френд. 1-1, ждем следующую игру. Я бы не назвал френда фаворитом здесь. Это проверка голосового сообщения. Это проверка голосового сообщения, ребят. Я не знаю, все у меня проставлено, как бы, почему нет
озвучки без понятия, ребят. Ну, я сам озвучу, если что. Так, ребят, все, погнали. 1-0 повел френд. Вихрь, карта очень прикольная. Очень я любил ее, надо ладер будет покатать. И вторая игра, Коу против френда. Увидим мы еще раз поступ тени или нет. Но все, жизнь удалась. Блин, дарков я увидел в новом патче. Чего осталось? Осталось увидеть батлкрузеров. Новеньких с их телепортами, которую не за энергию делаются, а за как КД идет энергию. И не энергия, а КДшечка просто и мата, и телепорта. Кстати, Ямато-то получается опустили даже немножечко, ведь раньше же сколько там энергии стоило Ямато у батла? То есть она кидалась одна, если полная энергия, а потом еще одну можно было кинуть достаточно быстро. Или там даже на две хватало. Она ж не 150, как первым стоила, по-моему. Пять хамов, Кок, Угар, Гроза, не Гроза, почему Гроза-то? Чего ты взял? О, вполне, хорошо сидим. Вполне манерный игрок, как бы. Ну что, интересный какой-то Кок билд. Так, я думал, что он полностью застроился. Нет, вон он, проход, зелок. Фастрон поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, это проверка голосового сообщения. Как вам мой голосок? Спасибо, Фастрон, врубилось вроде все. Переставил галочку и все врубилось. Спасибо всем за поддержку, братва. Все, теперь сообщение работает. Вот, отлично. Так, третий Никсус у Коу попёр. Оракул. Оракул это интересно. Я Фрэнк не знал, что ли, сначала, что где Протус находится. Он третью взял ближнюю, как бы, Протусу. И это, ну, обычно так не делают. 150 стоило. Во втором Старкрафте не 150 стоило Эймата, насколько я помню. А поменьше как-то. Три дрончика минус. Прилетает Ку. Разбомбил королеву оракулом адептами.
прикрыл от адепта от лингов еще, но потом понял, что все равно ему хана, и решил дрончиков немножечко побить. И побил, кстати, нормально выбил. Тут адепт упал. 37-30. В этот раз совершенно другое начало для Коу. Более, я считаю, успешное. Здесь робот дома ставится. Здесь будет стенка к камню, видимо, протянута. Но оракула энергии нет, чтобы подбивать здесь что-то. Вот в чем прикол. Но второй возвращается, тут вот этот оракул уже с энергией. Даже может пилон. Нет, пилон не спаси уже, но все линги погорели сейчас. И строится грелочка. Грелочка для того, чтобы всяких роущей законтрить, если настроится. Здесь надо установить пилон. Пилон восстановится, потом и стенку закрыть можно будет. Но раньше этого пилона недостаточно, чтобы здесь здание поставить. Прям идеально в стенку. Надо пилон где-то здесь ближе было ставить. Либо вот так вот вплотную гейту лучше было бы ставить, наверное. Так, еще линги побежали. Понимает. Понимает сейчас, что стационарная оборона. Точнее, не стационарная оборона, а обороны маловато здесь. Укол. Френд и пытается ему насолить еще, но на самом деле уже достаточно двух пилонов. Два оверчажа против лингов, плюс оракул, сам зелок какой-то бегает. Понимает Френд еще, я думаю, что отстает. Ну, там он реально отставал. Уку пошел в робо бэй, будет ли дестабилизатор или колосс, я пока хз. То есть сотка, 100, то есть два ямата мог батл крузер кинуть, ведь 200 энергии, или 125. Все-таки. Получается, 2 ямата на полную энергию могла только крузер кинуть за раз. Погодите, он уже не мог вроде 2 кинуть. Кажется, все-таки не 100, а 125. Или это телепорт 125 уже стоил. Да, по-моему, телепорт. 2 ямата за бой, это жестко. Как теперь 2 нельзя кинуть. Но теперь батлкрузеры зато телепортироваться могут. Смогут постоянно, а не за энергию. Ну как постоянно? Через 70 секунд кулдаун. Рейндж гидре пошел. Ну вот этот грейд, конечно, для зергов очень жесткий, очень жесткое поднятие для зергов. Поэтому мы этот грейд уже много-много раз видели. Это новый грейд на рейндж гидре. Сначала в первом, во втором Старкрафте, в Воле, точнее, и в Ходсе, по-моему, был грейд 2 на гидру. Мув гидре и рейндж гидре, как и в первом Старкрафте, потом этот мув убрали, сделали мув с рейнджом в одном грейде, как бы, чтобы гидру усилить. Теперь же сделали не 6 рейнджа, а плюс 2, то есть с 5 рейнджа до 7 повышается, как бы, рейндж гидра, благодаря этому грейду. И отдельно мув еще быстрее сделали на крипе и везде. Короче, гидру апнули очень неслабо, я вам скажу. И с рейнджом снова очень эффективно заходит зачастую. Завершено. Всякие врывы зерговские. Но у колосса будет сейчас уже. И немало. Плюс один делается, там плюс два. Зерги постоянно сейчас по грейдам обгоняют процов. Четвертый некс кол ставит. 32-49 по лимиту. Так, 24 пробки. Ну, это перебор, но они будут переведены, естественно. Здесь тоже уже минералов всего 6 штучек осталось. Ну что, зерк давить собрался, но колосс-то уже с рейнджиком, поэтому куда тут ему давить? И плюс один додел, второго коуча плюс два не заказал. Что-то роучи заблудились, их быстро расковыряли. Здесь еще два эморфла в миксе есть и грелочка. Три фотоночки кустают. На 200 сейчас или близко к 200 лимит скопить и идти убивать зерка просто. Плюс еще с третьего, с четвертого некса до третьей хаты просто зерговской тут, я не знаю,
секунд 10 идти в прямом смысле. Так, минус чейнджинг стол, короче, пульнул. Здесь дарки бегают, уку, опять пошел. Элегантный этот грейд, любит коублинг к даркам и всякую нестандартчину. Идет вперед, три колода, здесь одного гидрала все лишь подбочил. Силдезер пробьет. Волнуется немножечко, свой гейт зал сделал, подрезает камни там на четвертой базе, на третьей своей. Будет вперед идти, здесь гейты в лоб ставят, сколько гейтов вообще у Ку? Здесь 2, плюс здесь гейты, плюс здесь, короче, 9 гейтов сейчас, это нормальное количество, плюс 2 делается, шторм делается. Нужно заходить, иначе как бы здесь уже в брудлордов выйдет скоро. Хотя не, как их скоро, еще даже хайп не заказан. А, что это? А, это караптор против колосса, что за бред вообще? Жесткий бред, какие караптеры вообще, ну, против колоссов? Так, у двух штурмовичков уже энергии много достаточно скопилось, точно на штормы есть. Так, здесь с двух сторон идет налом. Надо на две части разделить армию Ку. Я не понимаю, что он делает. Сталкеров с одной стороны отдает, с другой, правда, разбирает зерга. Неужели Ку не видит, что его убивают просто в лоб? Что он творит-то? Есть ведь и штурмовички. Так, колосса сталкера здесь по УЗИ отбивается, конечно. 150 на 130, 3000 на 800, что-то накопил. Опа, здесь дарки зашли на третью хату, на четвертую хату, не знаю, с блинком или как. Минуснут эту хату сейчас. И уйти еще можно, уходит Кул, блинкнул со СХВ. Ну, кстати, прикольно. Блинкнулся, очередную хат развалит. Здесь призма залетает на мейн. Просто сейчас на чарже 9 зелков сюда ворпануть. Попробую их разбери, зергу. Так, здесь дарки и хату еще одну спилили. Ну, еще такого долго думает, прежде чем ворпануть. Еще 8 гейтов стоит. Куда 8-то? На мейне. То есть у него сейчас будет вообще... В данный момент есть 7 и еще 8 будет. 15. Ну, 4 базы, в принципе, нормально. Разваливает эволюшн, гигрейды какие-то делает там. Пытается развалить зелок и бегает по центру, вычищает их. Сдропнулся, отвлек, здесь вся армия пришла, нет бы сюда пойти. Нет, идет к центру. Так, вот там пробки поехали, по-моему, поехали-то вообще. Ну, линк спалят сейчас, дистанс майнинг, тут все больше и больше, караптер фудрик становится, ну, 200 лимита, чё Ку тянет ЕХЗ? Сейчас штормовички выходят, вперед со штормовиками, уже давно надо было зайти, на самом деле. Ну что, жесткий замес пошел, штормами поливает Ку, нормально. Караптер и шкалосов минус нули, но толку-то. По земле такая армия, которую просто нечем убивать остается. Просто зергу.
Давар 15 и сталкер, просто плюс 15 сталкеров и все на медленный пилон. Браво. Как говорится. И 3-2 грейды делаются уже. Причем третья атака будет готова через несколько секунд буквально. Дарки 4 выпилили базу и уходят пятером вниз. Знает Куш, там хата-то, если не понимаю. Да, вот заходит наконец на хату. На последний. Можно агрессивно уже, блин, тонуть. Куш уже считает так, на муви зайти. Зашел на муви. Минус уверсия. Ну это ГГ френду, 1-1. Так, пошел инвайт он, точнее это хост группой. Так, сейчас я приду через секунд пару. Колоссы были полуфейковые, да что ты говоришь? А я что-то настоящих видел. Я в игре вроде как. Вот. Какие полуфейковые. Просто они от гидры были построены в начале, а потом был уже свич с них сделан. Потому что если в ходе колоссы бы в любом случае жгли бы жестко, то здесь так не будет. Уже есть юниты ДПСеры более жесткие. То есть лучше массы мортлов туда добавить и штормов пилить. Например. Короче, ребят. Опять третья хатка до готовности пула была, потому что вторая королева задерживается у френда немножечко. У Коу что-то интересное, тут стенка не доделана совсем.
И опять Twilight достаточно ранний ставится. Dark или это, или что будет, хз. Так, Рок поехала третью проверять, судя по всему. Ну, стандартные позиции на этой карте для оверов. Чтобы сныкать их. Так, Роба строит кул. И Даркшайн. Ну, это стандартный опенинг, но если раньше всегда это был Хархуна Харазда, в принципе, сейчас просто то же самое все делают. Можно, можно начать через блинк Дарку. И вблинкиваться в роучи каких-нибудь там, в королев. Закрывается стенка полностью. Гатлинги начинают гейт грызть. Надо так, знаете, сталкером. Давайте сейчас еще 4 линга гейт прогрызут, да? Нет, не прогрызут, все нормально. Фу, решил, что не прогрызут. Залетает овер, смум залетает. Ну что, призма полетела у нас. Здесь у нас гейтосики открываются. Нет, блинка Дарка мы не увидим. Увидим обычный блинк мы сейчас, который делается для сталкеров. 120 секунд он делается. Так, здесь архончики приходят, начинают бомбить. С грамотным контролем призмы вообще лингами их очень тяжело убивать, я уже говорил об этом не раз. Дезагрузиться, конечно, дропнем. Вот. Начали уже регениться стопудово архоны, можно залететь на мейн, сейчас пошатать. Главное их не отдавать, в чем свойство архона, я уже не раз говорил. Поля регенится и с гигантской скоростью. Ё-моё, как они лингов просто ушатали все. Всех. С бонусом и роучи по одному зашатывают. Все, зашатывают архона. Роучи дождал. Королеве повезло, чудом выжила. На 10 хп. Во-первых, у них бонусы по юнитам биологическим. Есть у архончиков. Во-вторых, они отрегенятся полностью. Тогда это будет необходимо. Опа! Это то, как играл недавно буквально CJ Hero, кстати говоря. И не только. Это интересный билд, очень-очень агрессивный от Коубл сейчас только что продемонстрирован. Это 7 гейт блинк пуш после архунов. Там доварк идет. Еще сталкер, короче, боевого лимита больше, чем зерга. А здесь смешных там роучей-то просто, я не знаю, 12 штук сталкеров уже больше. Конечно же, зергу будет тяжело отбить это все дело. Еще и архоны будут помогать. При этом призма будет летать, и на призму будет очень-очень жесткий контроль проходить. Так, архоны разгружаются, идут вперед. Архоны разгружаются и наваливают дэмэджа просто. Блин, контроль хороший, и потери упал. 0 юнитов на данный момент, красавчик, пол. Если он с нулем так и закончит игру, это будет очень прикольно. Я таких давно не видел. Потерял одного сталкера, второго. А могло ведь на ноль кончиться. Это было так круто. Но все равно, увидите, потери просто жесть. Бегает почему-то. Френд. Коу 2-1. Уже впереди. Ну, я бы его и назвал здесь фаворитом, потому что в последнее время Коу очень уверенно отыгрывает, там на Go FSK до полуфиналов доходит, и не только, выигрывает очень крутых игроков. Молодец, что тут говорить.
Так, пошел хвост. У Старкрафта много интересного, ребята, а вы помните, просто поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Подписывайтесь на премиум, поддержите по реквизитам в описании или через плеер. Лучше через плеер в этом месяце, как я уже говорил. Ну и отблоки по возможности отключайте, чтобы ни у кого нет возможности так поддержать или премиум подписываться, то... С отблоков отключенных тоже польза рекламка, с рекламки какие-то копейки капают. Ванийская исследовательская станция. Вот на этой карте можно и в арматку какую-нибудь сыграть. Но хоу, не думаю, что так будет. Ну что, ребят, опа. Фу. Ну это реально Special Tactics. На карте, где у тебя есть закрытая нычка, просто в кармане за мейном прикрытая, ставить Нексус на лоу-граунде, ну это как-то, я не знаю. Ну, в чем идея, типа, если это защитишь, то можно этот быстро запилить, конечно. Но сейчас ведь зерги могут рано передропывать, вот, и напрягать очень жестко, то есть... Странное решение это от Коу, признаться честно, но вот он решил на лоу-граунде, что ему нужно некто запилить первым почему-то. Так, дополнительные пилончики ставятся. Сталкер пытается забрать овера, но здесь есть вот эта вот горочка. Я думаю, что успеет овер уйти. Да, он вообще быстро очень туда уходит. Она жирная еще, эта гора. То есть тут не надо хитро как-то изловчиться, чтобы поставить шпион не видно было. Просто улететь. Ну, Коу приводит Мазеркора. С помощью Мазеркора, подсветив овер, это все-таки сбивает. Молодец. А есть-то тут еще один. В процентах, то есть сколько рекламу смотрит, в процентах от чего? Ну, реклама это меньше всего из дохода моего на данный момент, как бы, вот. Потому что люди сейчас и на, ну, премиумы подписываются достаточно много, и с общего према еще там идет, естественно, поддержка, он же донат основной сейчас. Но были времена, году в 2012, там, 2013, когда реклама была немеренной, и это было основным доходом. Ну, сейчас, ну, после кризисов этих всех, да и сейчас он как бы есть, ее меньше стало как-то значительно. Да и людей-то побольше было на самом деле. Разработка завершена. Первый
Так, сеточку сейчас скину я. Привет всем на Твиче везде, ребят, привет. Клефы делают суку. Здесь есть куда сныкать Сойеру, поэтому он сныкается там за второй базой легко. Так, еще адептики вперед поперли. Сколько гейтов тут? 6 штук. Ну, 6 это не улыновая какая-то такая система. Вот, заказано робо. Одно. Нексус пока не спешит. Кстати, тут он только-только в плете Нексус ставит. Бренда Маслинги сейчас. Ну так, адептов 9 штук маслингами зашатать. Не, ну это прохладная история, дружок, френд. Просто даже телепортироваться не стал. Видеть, что здесь все разваливает. Почему бы не продолжать разваливать? В итоге по потерям опять катастрофа какая-то у зерга. И вот он опять наламывается. Адепт просто расковыряли все. Только первый сейчас погиб. Еще одна королева погибнет при этом все. Фу, телепорт опять вниз делает на третью базу. Только надо адепта законтроливать, чтобы они рабов шатали. Но это катастрофическое начало для зерга, я бы сказал. Третий Нексус там у кого пошел уже в тылу. И никак зерк, во-первых, не сможет его понапрягать. Это ошибочный телепорт уже был, конечно, нужно было отменить. Видно было, что линги рядом бегали с тенями. И Роучи тоже. Не, Роучи-то было не видно, но одного того, что линги прям рядом бежали, адептов уже мало было. И демеджина они говорили о том, что лучше туда не телепортироваться. У френда 2 дроп-овера делается передроп лингов. Тут будет, кстати. Вот ошибка от Коут. Это я говорил про дропы, и сейчас как раз таки грамотно френд их применяет. Мазер Коур вообще хрен пойми, где летает. Прикрытия никого нет, ну, фотонок бы хоть поставил бы для приличия, я не знаю, здесь пару штучек. Но с другой стороны, даже если Коу потеряет вот этот Нексус сейчас, блин, ну тут рабов уже много приехало, если они тоже погибнут, скорее всего. То есть, если бы он его потерял, как бы, без потерь рабочих, то тут-то уже две фаржи заработал, можно было бы отбиться, на самом деле. На АТП делать, на мейн обратно. На вторую, точнее, пол. Кто затащит, Корякин или Карлсон, без понятия, кто там затащит. Так, два адептика доварпились. Тут надо еще варпануть. Учитывая, что они с глефами, они лингов эффективно очень разваливают, поэтому даже отобьет здесь пол, скорее всего. Так, в это время врыв лоб идет. По эмортлам фаербулы проходят. Зверчаш надо ставить. Здесь пара лингов выжила, тройку. И они напрягают на самом деле очень жестко. Так, еще верчаш пошел один со стороны поезда. Пока держится, пока держится. Адепты плюс эмортлы. Колодц заказан первый. Нахрен колодц здесь. Заказал бы дестабилизатор. Он, по-моему, и побыстрее строится. И за залп может здесь все отбить за один. Еще давай по адептиков идет. Вот сюда фаерболов бы несколько штук накидать, всеми этими было бы четко. Но нету фаерболов. Опять передроп здесь на дальнюю базу. Ну да, адепты-то остались, они живут здесь просто. Пилоны Коу восстанавливают. Сейчас колосс уже поможет с лингами разбираться. Здесь линги бесполезны, два адепта. Это уже достаточно вполне для обороны. Так, фаерболы падают. И Мортл задела фаерболом. Сейчас неприятный момент был. Ну а здесь адепты справляются с изи слингами просто. Похоже на 3-1, но еще рано забегать вперед, конечно, еще не стоит сразу точку ставить в этой игре. Пришли, так, а зачем Ревуджи сюда пришли? Потом тут пол на третий, наконец-то сообразил, да поздновато, потому что здесь вот он передроп пошел, надо варфить адепты сюда, конечно, побольше причем. Все, наварфил, пол успел, молодец. Адептов потери в этой игре почти равные, в отличие от предыдущих игр, где Коу разваливал вообще в хлам. Видит колосса сейчас зерк, и колосс как вперед вылез, надо аккуратнее быть. Уже второй вышел, кстати. Плюс 2 заказ, то есть 1-1 грейды будут скоро. Здесь свич мутку делать, кстати, свич опасный мутку может быть. Коу надо выход делать. Зато фотонки уже в тылу есть, и на мэне фотоночку запиливают, если блинк, кстати. Да, и блинк есть уже давненько.
Поэтому не факт, что и мутка зайдет, да и что-то зерк мутку не спешит заказывать пока. Под призму, если выход будет, идеальный расклад. То есть, как бы, сейчас блинком, точнее, выходом муталиски законтрятся, потому что, как я уже рассказывал, муталисков очень лучше всего, если ты там не готов с таргетов, нет фениксов. Лучше всего муталисков, особенно когда зеркмасить их начинает уже полностью. Законтрить можно грамотным выходом, когда ты видишь, что зерк вот-вот перейдет мутку. Очевидно, у него просадка по другому боевому лимиту идет. И ты просто армией выходишь туда и вархаешь сталкеров уже в атаку и заставляешь его принять бой против твоей армии. Это всегда решает. Хорошо здесь АДС. Потоночка отбивается. Где призма-то? Призма летит, все нормально. Так, пошел замес. Сталка из фаерболов уворачивается. Призма подлетает. Нужно варп делать. Вот, и посмотрите, коуп делает выход, а муталиски только выходят. Приходит к зергу сейчас. Это очень четкий тайминг. Есть золото, правда, заказано. Четвертой базы нету, ну а что? Какая разница, золото не золото, с тебя в лоб убивают. Ну и все, зерк, видите, стоит, даже не летит никуда. Правильно, конт летит сейчас никуда, некуда ему лететь. Так, переблинк на мэл, переблинк лишним может быть, на самом деле. Нужно вниз уходить, коучи, сталкерами всеми своими. А ты нам... Вот зачем, зачем делать сложно, если можно просто сделать? А кликом на третью базу нахрен на мэл туда заблинкиваться. Но в любом случае коу слишком много, этого достаточно, чтобы пробить. Тем более грейды 2-1, и сейчас уже 2-2 через 10 секунд будет. 116-120, френду не хватает просто юнитов. Френда коготь. Второй доделается, ну а где Веллинги, вопрос резонный хочет тогда задать, которые новенькие в новом патче не с 30, а с 40 хп. Нету Веллинга, нету Веллинга. Минус коу, ребятки, Стрэндж Мината сейчас будет, одна и тоже из самых интересных пар, я сейчас переименую. Вот, и жду начала, отвлекусь на минутку. Все, переименовал, сейчас вернусь.
Ну все, ребят, я здесь. Последняя Б5 на сегодня на Старлайне. Поехали. Стрэндж Минато, достойный оппонент у Стрэнджа. Очень неплохой зерк Минато. Так, спасибо всем за премиум, пацаны. Опять они вообще не озвучиваются, ни хрена. Да что такое-то вообще с этой говноозвучкой? Я просто не понимаю. Что творится вообще просто? Это проверка голосового сообщения. Что работает? Проверка голосового сообщения. Не знаю, в чем прикол, ребят. Короче, Стрэндж против Минат, еще Б5. Стрэндж уже не самый молодой, как недавно буквально было. Вот. А в 13-м или... Нет, погодите, в каком году? Не в 13-м, в 11-м году на буткемпе в Белгороде, когда мы были, приезжал и Стрэндж кому-то, а в Рокси был в команде в какой-то момент. Ему было 15 как бы лет еще. Но с того момента прошло уже 5 лет, и Стрэнджу получается около сколько там, 19 или 20. Но все равно очень молодой игрок. И самый жесткий, наверное, в СНГ у него ММР сейчас на ладре. Но у Блая тоже, кстати, очень жесткий. В прошлом сезоне 6600, 6500 там был у Стрэнджа. Короче, в топе. В топ-20, топ-15 ГМЛ он был постоянно. А это уже что-то. Все нормально, а здесь я просто отошел водички налить после предыдущей партии. Вот. Пока еще без мува линги у Минато. Ну, очень скоро будет с мувом, ну а Стрэндж стандартный Даркшайн играет. И это стопудово не Даркшайн для Блинка Даркам. А Даркшрайн для того, чтобы архонами харасить. Вот. Победитель этой пары, получается, Коу попадает на Арктура в следующую, в следующей стадии. У Коу хорошие шансы попасть в финал есть. Вот. А Стрэндж попадет на Блая, получается. Стрэндж попадет на Блая. Ну а вы помните про поддержку меня и моего канала, естественно. 4 дарка от Стрэнджа двигаются вперед. Он решил, что лучше сначала не идти как бы архонами, а сначала дарками попробовать ворваться, что Стрэндж и делает сейчас. Заходит, там спорка есть на самом деле. Без призмы лучше не врываться, а вот с призмой можно уже и законтролить. То есть демедженного дарка просто сажаем в призму и все. Что примерно Стрэндж и делает. Сейчас будет слита архона 2 штучки. 9 секунд они сливаются достаточно быстро. И продолжится хара с архончиками сразу с призмой. Да, жестко, конечно, архоны хаб. Без роучи очень тяжело архонов отбивать. Я уже не раз говорил об этом, ребят. На демонжили одного архона слишком много. Когда у архона теряют поля, у них рамка вот эта тускнеет. Это даже в первом StarCraft так было именно. Поля визуально отображались, когда терялись.
Миначи уже четвертая хат пошла. Барабам, Стрэндж уже в плюсе, третий Нексус занимает. Ну это типа как Коу делал, но Стрэндж еще с третьим Нексусом делает. Это Блинк Пуш с 8 гейтов после Архонов, но проблема в чем? Коу очень любит, ой, точнее Коу, Мината очень любит играть милишным стилем, то есть он любит грейдилингом делать пораньше, вот у него Коу сейчас достаточно ранний, и он любит маслингов, а сталкеры не очень маслингов любят. Поэтому может быть и больно на самом деле Стрэнджу сейчас, надо поаккуратнее быть. Какие приоритеты игрокам до конца давать? Не понял. Никаким приоритета не дает никому, во-первых. А во-вторых, что точно нельзя делать, так это учить меня комментировать на моем стриме. И т.д. Так, призма где? Призма хз где? Архон первый потерян, но сталкеров слишком много у Стрэнджа здесь. Он начинает, блин, контроль. Блин, контроль успешно проходит. Гидру не успевает. Мне надо же добавлять. Уверсира минус. Гидра добавляется по чуть-чуть, но она пока, во-первых, без ренжа, во-вторых, три гидралиска здесь не изменит кардинально ситуацию, это абсолютно очевидно, да? Какие-то агрессивные блинки от Стрэнджа, непонятно зачем и куда. Прямо в линга в гидро, это ужасный был блинк. Как... Ну, хотя продавил бы, наверное, Стрэндж, но Мината сейчас сдался, как тогда, когда Стрэндж не блинкнулся до конца, бой-то еще не провел, я вообще не понял. Затупил по мне немножечко Мината сейчас, надо посмотреть будет еще. Ну, там скорее бы Стрэндж попродавил бы, скорее всего бы. Этот видосик записан при поддержке оператора мобильной связи. Что за пес, я мой вылез? Видосик записан. Ты как разговариваешь? На дотерков, что ли, попал? Видосик записан. Пёс, я мой. Что-то реально давно такого не было. Коронованных почти нет в чатике. Только и в модерах. Прям удивительно, что это все. Расслабились в субботу, не поддерживаем Starline. Ребят, кстати, помните, что на кибетике ставочки все есть, кому это интересно. Я сказал, что победитель пары Стрэндж выходит на Блая Мината. Если я сказал по-другому, то это оговорочка. По Фрейду, возможно, да? Так, значит, поддержим парня. Не надо писать «поддержим парня», пиши «заходите на стрим». Поддерживайте меня и мой канал на моем канале. А на чужом канале чужие каналы. Ну вот так вот. Thank you.
Ну что, ребята. Сталкерочек у Стрэнджа первым, кстати, строится. Редко кто сталкера строит. Но овера не получится подрезать, потому что вот он назад уже Минато улетает. И здесь он спрячется в темноте. Такие все, какой Warcraft. Надо тысяч дрончиков строить сейчас. Уже сейчас парабам впереди должен быть после этого до заката. Нет, только сравнялся пока парабам. Вот. Ну, со следующего до заказа вперед сможет выйти. Стрэндж делает сейчас робота. Хорошо Стрэндж билды перенял эти, да, как бы у пацанов теперь. Я думаю, что в этот раз будет такой... Ну, понятно, что это Архуна Харас будет, подобный предыдущей игре, но... Но... Скорее всего, не будет Стрэндж именно Блинк пушить потом. Он наверняка будет как-то более сейфово действовать. Продолжение Старлайна, ребят. Полуфинал и матч за третий финал будет, скорее всего, завтра после GoFSK, если все игроки будут готовы сыграть, конечно, после GoFSK завтра. Ну что, идет врыв. Ну так, пару королев подрубил Стрэндж дарками. Одного дарка, правда, потерял. Так, мне надо тут решил сбрить. Архонов на морфе, конечно. Сейчас ты сбреешь тут архонов на морфе. А вот сейчас можно было подловить. Чуть-чуть бы сейчас Стрэндж призму потерял, но не потерял, вообще-то продолжается Харас. И в этот раз, смотрите, у меня надо какое здание интересное готово. Если мы увидим сейчас Стрэндж гидре заказанный, то это Линга Гидра пуш, скорее всего, будет, да? Пошел рейнджок, и это прикольный пуш будет. Опа. А у Стрэнджа... Точно таким же билдом Стрэндж решил сыграть. Я был неправ, я предсказывал, что Стрэндж будет играть, сейчас изменит свой билд, а зря. Минато сейчас абсолютную подстройку, получается, делает. У него хорошая экономика, гидра в хлам вообще развалится. Сталкеров, я уверен. Так, ну что, у меня четвертая хаточка пошла. 4 сентри плюсом на варп. Где они вообще? Вот здесь.
ну что же. 146-125, Стрэндж не пошел до конца наламываться на Минато. Второго Робо и Робо Бэй Стрэндж ставят. Если Минато сам вперед не пойдет, ему тяжело будет победить тогда на самом деле Стрэнджа. Почему? Потому что как только да, там начнут колоссы с двух Робо штамповаться, уже шансов будет мало продавить. Уж Гидра на самом деле, она решает до колоссов, до всего этого дела. Линк Гидры все больше и больше. 132-152 по лимиту. Ни одного пилона у Стрэндж здесь нет. И я уверен, что Минат сейчас, если Стрэндж зажмет сюда, то будет успешно вполне драться лучше с Гидра летки. Блин, с семью ранжами. Вон как центри, как орешки там щелкаются просто. Заходит Минато. Криво, короче, Линги отдельно, Гидра там сзади где-то вся вообще. Так, на развороте принимает бой, таймвар пошел с Мазеркура. Минатыч пытается задавить, чуть отдалим сейчас даже. Ну, что-то он не до конца не врывает. А, здесь контур-урыв Адептус Призма был. Но Минато отбивает здесь контур-урыв. Надо заходить на рампу, видимо, сюда. Кибернетичку выбивает Минато, да, моментально выбивает все. Сталкеров больше не будет у Стрэнджа, это значит. Колоссов тоже не будет скоро уже у Стрэнджа. Это 1-1, ребятки. Минат молодец, четко отыграл эту игру, провел. Стрэндж разваливает. Так, Уверсиров там позбивал Стрэндж. Нужно новых привести. Но нету, кстати, ведь Даркшайн был, но Стрэндж не варпал Дарков. Все в порядке для Мината здесь получилось. Ну что, ребята, 1-1. Ну и то, что эта игра не будет простой прогулкой для Стрэнджа, я знал, потому что Минато и стиль такой необычный, как бы агрессивный, очень зерговский. Вот. Так и есть в итоге. Все, ребят, все, я здесь отвлекся на секунду буквально. Застройки пилон гейт. У Стрэндж пилон гейт, газ, Нексус, кибернетчика у Стрэнджа. Стандартный достаточно билд. Вот.
Ну что, 23-20 по лимиту. Так, ну что? Адептик на мейн проскакивает сейчас. Иллюзии, точнее, проскакивает. На мейне ничего он не смог увидеть, потому что иллюзия вообще, в принципе, два рейнджа сейчас вижен имеет. Вот, вы видите, что она видит. Она практически ничего не видит. Вот. И в этот раз будут не Архона Харас, а с Глефами Стрэндж начинают резонировать. Устроить 4 гейта. То есть какой-то поджим будет с призмой еще. Судя по всему. Сталкер патрулирует мейн, чтобы повер не залетел. Мина как раз таки вот сейчас и собирается залетать, насколько я вижу. Ну что, 5 адептов как раз вперед. А, это любимый, один из любимых Стрэнджа билдов тоже. Адепта харас, переход в дарков. То есть адептов задача расхарасить, а дарков потом ворваться, минуснуть спорку, например, и больно сделать. Так, пошел давар. Еще 4 адептов. 9 штук их в общей сложности становится. Минат строит лингов. И он реально много лингов строит. Так, здесь у нас плеточка готова. Ну, нужно ворваться сейчас на эту плетку. Адептами можно ко второй базе пройти сейчас. Плетку Минато подрезает быстренько. Ну, нужно... Так, отвлекать нужно адептами. Конечно, нужно с третьей базы уходить ко второй адептами. Отвлекать внимание лингов. Я не понимаю, почему Минато... А что Стрэндж боится-то? Сейчас бы адептами действительно туда ворвался... Сюда бы просто дропнул бы дарков на спорку, и все. Стрэндж просто прилетает, отдает призму. На ровном месте. Отдает адарка. Вот нет, чтобы просто адептами ворваться сюда. Пофиг, чтобы они там погибли. Они бы нормально бы с лингами разменялись бы. И ворвался потом бы просто на спорку бы, как и королевы отошли. А вначале лингов было недостаточно, чтобы без королев отбить. Стрэндж что-то ждал-ждал. В итоге просто полный провал операции. Взял, привез призму на спорку, отдал призму, отдал все в итоге. Так, адепты тут крампи отступили. Дарков отводит Стрэндж, не хочет отдавать он их на ровном месте. Конечно, правильно и делает. Так, минуту первый раз. Хорошо, дарки тут роучи начинают рубить. Надо слить их в Архона вовремя сейчас. Сливает в Архона и очень вовремя их Стрэндж. Ну, 107-81 по лимиту Минатч. Там роучи лингов строят еще очень-очень много. Роучи с мум уже. Да, роучи с мум уже. Реваджеры делают с тобой. Давление роучи реваджера лингов сейчас на слабенькой экономике Минатч. То есть такой полуулын получается. Если не получается продавить, то... Зерга встречает, что у него уже на данный момент рабочих меньше, Зерга, я имею в виду. Так, хорошие филды от Стрэнджа сейчас были, но недостаточно одних филдов, Архончик падает.
Надо ДПС много. Ну, таймарк очень хороший, кстати, заходит. Да и Мортла дойти не могут, спустить Роуч и Реведжера просто. Но все-таки прет и прет, Минат вперед. Здесь слишком много юнитов у него. Все, и Мортл падает, ДПС в итоге очень сильно не хватает просто с карми по Роучему, особенно с Фалингом-то есть ДПС. Ну вот еще один Даварп от Стрэнджа заходит, и с этим Даварпом, возможно, он отобьется, кстати говоря, невозможно. Он даже отбивается, чемпион тут на 7 хп чудом выжил. Отпустил Реведжера на 2 хп. Не сделал одного выстрела. Ну, 55-45 парабам. Будет ли Минато экономику делать или продолжать прессинговую? Ответ номер 2. Продолжать прессинговую. А в это время Стрэндж делает контрурыв адептами просто. Здесь 4 королевы практически полной энергии. Минато начинает трансфьюзить, поэтому 7 дронов минус нужно. Так, здесь опять врыв планируется. 77-50 по боевому лимиту. Оверчаш Мазеркор делает. Здесь много заходит сейчас юнитов. Не надо. Но Стрэндж перевернул уже на самом деле бой. Ну, вот эту игру, вот этой игры. То есть у него уже ситуация не такая печальная, как была. Так, опять врыв пошел. Можно на дальний пилон сейчас Оверчаш выставить на самом деле. Стрэндж и делает. Дальний пилон стопудово не погибнет, поэтому на него нормально оверчаш уставлять. Он очень много ДПС внесет. Все время существования оверчажа он там и будет ДПС носить. Даварп от Стрэнджа идет, адепт прям замес. А Иммортл выходит и вынужден с лингами драться, а не с роучами. В итоге за счет боевого лимита Минато, смотрите-ка, Стрэнджа минусует. Это 2-1 в пользу Минато будет сейчас. А я уже поспешил его похоронить. 59-17 по лимиту, но по боевому зато смотрите, какая ситуация провальная для Стрэнджа получается. У меня надо чуть не трогать экономику, а на мейн идет, не понимаю почему. А ведь Стрэнджа до сих пор больше лимита. И с каким-то чудом Стрэндж даварпами здесь отобьется, то будет окей все у него. Но походу чуда не будет. Здесь бы сталкера бы варпануть, а Стрэндж адепт нахрен. Нахрен против Роучи варпить адепт, я вот просто не понимаю такого момента. Так, Эмортлочек заказывается. Ну, с какой-то стороны Стрэндж накосячил в определенный момент. Особенно в начале, когда билд вот этот исполнял. Получается, что справедливость все-таки восторжествовала, и Минато наказывает Стрэнджа за косяки с самого начала. Потом он их, конечно, исправил, но в итоге все-таки ГГ, ребята. 2-1, Минато, молодец. Прошу прощения.
Ну что, ребят, четвертая игра. Один Винато ведет. Нужно Стрэнджу что-то и менять его билдах. Может быть, макро играть, я не знаю. Потому что что-то пока не прокатывает, как вы видите. Так, про панфиловцев пока не смотрел фильм. Ну что, ребята, опа, смотрите, что Минато делает. Решил на этой хате-то элегантный блайбилд использовать. А Стрэндж это замечает и просто делает зилков масс. Ну, кстати, по-моему, сейчас просто Стрэнджу достаточно впилить сюда пилон, построить мазеркор. Пили пилон, Стрэндж пока в крипто не засрал все здесь. Ставит пилон, Стрэндж, молодец, хоть пилон поставил. Не, это провал билда для Минато этого, на самом деле. Это уже очевидным становится. Мазеркор, точку сбора нужно делать сюда. У Стрэндж на минералы ставить. Что за бред вообще? Мазеркор, иди сюда, Стрэндж. Там какой-то убивает юнита какого-то, Стрэндж. Все, хата будет отменена. Здесь пытается Минато поставить хату на своей второй базе. Королеву Стрэндж отменяет даже Минато. Так, вилки тут в крампе ушли. Пусть Минато еще хотел пробку в рубингами сбить. Куда его? Какую дату релиза ты смотрел, Юр? 24 ноября должен был выйти, он уже давным-давно было написано, и так он и вышел в итоге. Ну я обязательно схожу, как время будет. Сейчас марафон просто, ребят, в ноябре был. У Даши мама заболела, ее она хотела Машу отвезти, как бы вот. Ну и вместе с ней поехали к бабушке в Печоры, вот, а в итоге не поехали. Как поедут, вместе мы сходим потом в кино тогда. Ну тут отбивает Минато зилков. Давайте еще Стрэндж в этой игре отстанет. Нет, в этой игре Стрэндж не отстает. И от Минато решил, что не надо. Вот если бы он реально строил дронов, и у него третий, он реально уже в плюсе бы был. А так в итоге Беллингбаст у Минато еще будет по итогу. Кстати, Беллингбаст опасный. Но у Стрэнджа 150 энергии уже Мазеркора куда-то.
Да слепой не слепой, видишь. Чатик всесильный все подскажет. Вот, а так как марафон, мне некогда пока. А так как марафон, поддерживайте мой канал. Включайте адблоки, подписывайтесь на премию. По реквизитам в описании через Blair, конечно же, поддерживайте, ребят. Всем за это громадное спасибо. Вот. Минато Стрэндж у нас бьется. В этот раз через Глефа опять Стрэндж начинает, но выходит третий Нексус. Ну, что-то он не хочет наказать Минато. Теперь просто иди в кино и смотри. Так. Пошел до варп-центри. Не надо тупых вопросов задавать. Этой информации в интернете предостаточно у панфиловцев. Даже есть история, почему в газете именно 28 появилось человек. Понятно, что там на самом деле дивизия была. Подразделение целиком. Минус 20, ребятки, дронов. Просто вот пока я тут дурачков всяких предупреждаю. Надо выпиливать на самом деле. Вот. Чтоб не отвлекаться. Стрэндж берет и минус 20 дронов делает. И в итоге у Минато все становится не очень хорошо в этой игре. Но я так понимаю, это Линга Гидра Бейлинги будет что-то типа того от, с его стороны. У Стрэнджа Иммортал, у Стрэнджа плюс 4 гейта. Сколько гейтов у Стрэнджа? 3-4-7 гейтов будет в ближайшее время. На этой карте раньше воли я стеночку обычно и так вот делал. Да и здесь можно делать, почему бы нету. Почему бы нет? Здесь гейты, здесь пилоны, здесь гейты. И вот здесь только проходик оставлять на выход. Все. Так, Стрэндж Гидре, у Стрэнджа пошел, выход делает на центрях на Иммортале. Что мешало камни пробить Стрэнджу? Ну, хотя с камня пробивать тогда из Эрк тебе быстрее будет приходить, на самом деле. Минусуется здесь овер. Почти что саплай блок у Минато. Но лимита больше у Стрэнджа и на 11 боевого больше. Судя по всему, в этом бу 5 понадобится пятая решающая игра. Сегодня такое бу 5 уже было. Это была и против Касса. Я здесь. Так, Стрэндж правильно написал. Действительно. Не понял, что он покидает матч. Короче, Стрэндж давит, давит очень жестко. Потери у Минато растут на грибах, как на грибах. Какие-то грибы на дожде. На грибах не потери растут. На грибах голова растет. Полностью. Короче, агрессивная блинка от Стрэнджа. И опять какой-то кривой блинк он делает. Ну как, не то чтобы кривой, он добивает уже, но... Опять же, как бы проще было бы вперед идти и все.
2-2, Strange Minato. И смотрите, какая карта интересная последняя. Жилая станция, Habitation Station она же. Минато золото первым ставит. Блин, вот это золото первым, Мазер Корем напрягается очень и очень неплохо, я вам скажу. Ну что, ребят, здесь пробочка проезжает. Спалил Стрэндж золото. Почему Мазеркор? А, не хочет Стрэндж Мазеркор строить пока. Ну, я не знаю, Мазеркор, по-моему, адекватно в этой ситуации строить. С другой стороны, королева выйдет достаточно быстро. Но просто приколить себе, привести туда, например, адепта и Мазеркор, развалить королеву, и все, как бы нужно королеву идти с мейна. Вот, вот это вот расстояние, все, но это очень долго. Кажется, Стрэндж понял, что может развалить лингов, и не стал просто телепортироваться адептом никуда. Но Муа еще нету, правда. Чуть наглеет Стрэндж. Ну, можно уйти еще, пока Муа у лингов нет. Разведают сейчас Стрэндж, где же у Минато, есть ли там хата. Пролетает мимо. И телепортнулся сюда. Зачем телепортироваться-то было? ХЗ. Тоже очень опасный такой урыв со стороны Минат на мейн к Стрэнджу. Здесь адепт до сих пор ходит, напрягает. Одного дрона расковырял Стрэндж. Сейчас еще одного может на мейне минутнуть. Изи просто. Роучворон спалил Стрэндж. Спалил, но дрона не отфокусил. Но прокликал ли Стрэндж этот Роучворон? Я хз. Ну тут строится и морг уже. Роуч, в принципе, Стрэнджа не напрягут особо. Нужно бы проход закрыть. А Стрэндж ничего не варпит сейчас. Опять передроп на мейн планируется. Да, передроп опять на мейн пошел. У Стрэнджа ни пилона, ни хрена здесь нету. Сталкером идет проверять. А тут опять линги прибежали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, варп был адепт. Сталкер прячется за них варпящихся. Они как стеночку такую образуют в итоге все вместе. Ну, Стрэндж изи мейн отбивает. Выходит третий никс, пытается выйти. Да, варп еще, точнее, привоз лингов на мейн состоялся еще. Минато убивает сталкера в итоге все-таки, но адепты с глефами продолжение завоза бесполезны. Но что-то прям масится и масится у Минато. Линги с когтем будут, роучи идут вперед. Так, а где иммортал-то вообще? А, он полетел, призмак, он полетел-то. А, золото собирается, Стрэндж у Минато напрягать. Вот это да. Или мейн. Возможно, даже мейн. Так, здесь линги заходят, с роучи приходят. Я не понимаю, улын ли от Минато это или нет. Похоже, что улын. Но Стрэнджа будет зависеть много от этого вот Хараса Стрэнджа.
И реально этот харас заходит, ребят, обратите внимание. Во-первых, Immortal здесь роучем навалится, что во-вторых, с глефами уже тут адептики-то. Давар по адепту идет, пробки падают на мейне, Стрэндж вообще не контролит рабов, это катастрофа для Стрэнджа. Сейчас еще гейт будет отключен у него. А здесь еще и Минато отбивается. Неужели это минус Стрэндж? 44-69, похоже на то. Похоже на то. А зачем Стрэндж возвращается? Почему ему не убить мейн было оппонента? Вообще просто. Так, оверчаш на мейн выставляет. Стрэндж пока живет. Если Стрэндж выживет, у него есть минимальный шанс, потому что у него три Нексуса. А три Нексуса это не кукры-мукры какие-то. Это дикая экономика на самом деле. Так. Линги заходят, короче. Имморталами пытаются Стрэндж контролить. Ну а что толку? Лингов убивать нечем. Опять Минаточ врывается на мейн. Надо бы Имморталами желательно фокусить бы Роучи и Реваджеров. А у Стрэнджа не получается этого тупо делать. Опять врыв пробочек идет. Еще один Иммортал выходит. Их уже три штуки. На мейне Иммортал там окружен. Стрэндж законтраливает. Но Линги что-то экономику покусали больно очень. И на третьем Нексусе Линги грызут. На всех Нексусах Линги грызут. 7 пробок Стрэндж еще дает. Здесь медленный вар, потому что пилон этот не на гейте, блин. И надо Нексус спасать, идти третий. А Стрэнджу нечем спасти его. Стрэндж понимает это и... И полетел харасить золото с призмой и мортлами. Ну что? Прикольная игра такая складывается здесь у нас. Два дрона минус, Минато пытается здесь отбивать свое золото. Минато четвертую хату ставит. Ну вот, не знаю, Стрэндж как-то очень не вовремя здесь улетел. Видел, что роучи пришли и улетел. Пробочек восстанавливает. Еще Стрэндж третий Некс каким-то чудом спас бы, может быть, что-то получилось бы. Да и Иммортлы не архоны. Здесь бы два архона, тут так расхарасить можно было бы зерга. Так их нету тупо. Чуть Минато, кстати, строит именно боевой лимит, что очень странно прям. Если Стрэндж архончиков или какие-нибудь колоссы с Андреем бы напилит сейчас, может и больно Минато стать. С лингами надо чем-то бороться, Стрэнджу просто нечем. Так, 62-101 по лимитку. Так, лучи Реваджера Линги, их реально много у Минато. Кстати, по рабам вообще вровень почти идут, но... Стрэндж по две базы всего. Мазеркор Стрэндж. Давай отдадим на муви просто, да, сейчас. Филды надо ставить. Хорошие филды от Стрэнджа поперли. Фаерболы на филды пошли. Нужно обновлять сразу филды. Стрэндж не успевает элементы. Ну как можно так невнимательно играть? Ну обнови ты сразу филд, чтоб линги новую сюда не ворвались. Может быть и был бы шанс тогда отбиться бы. Просто надо филд сюда по КД было ставить, по КДшечке. Линги бы подохли бы здесь на мейне, бился бы уже с армией там. В итоге Стрэндж даже вот в обороне не сыграл невнимательно. Это печаль, ребят, но Минато мы поздравляем. Минато удивил. Минато выявил, я считаю, фаворита в этом матче Стрэнджа. И пара у нас на полуфинала будут следующими. Блай против Минато за ВЗНчик и Коу против Арктура ПВТ. То есть ни матч за третье, ни финал не будет зеркальным. Мир изменился. До войны, которую мы ведем. Где там мир изменился? Ну что, ребят, стоп-старт сделаю, возвращаюсь к вам я. Без задержки.